Открытие часовни в учебном центре железнодорожных войск в честь святых Бориса и Глеба – важное событие для военнослужащих части, для их родных и близких, а также для жителей нашего муниципалитета. Святые Борис и Глеб – русские князья, сыновья великого князя Владимира Святославича, известного на Руси как Красное Солнышко. В 1015 году после смерти отца Борис и Глеб приняли мученическую смерть и стали первыми русскими святыми, их канонизировали в лике страстотерпцев. Они покровители русской земли и небесные помощники для всех живших после них русских князей. О Борисе и Глебе рассказывается в памятниках древнерусской литературы, в сказании Иакова Чернорисца и в чтении Нестора Летописца. В их честь в России построено множество храмов и монастырей. Военнослужащие, которых собрали для проведения торжественной воинской церемонии открытия часовни, что называется, при полном параде. Освящение часовни провел глава Балашихинской епархии Московской митрополии Русской Православной Церкви, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Ныне присно и во веки веков. Благословляется, освящается святая часовня сия, как и ним воды священной. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В освящении часовни принял участие благочинный Щелковского церковного округа, настоятель Троицкого собора протоиерей Андрей Ковальчук. Сегодня для учебного центра железнодорожных войск великое событие. У них появилась часовня в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба. И, конечно, ребята будут ощущать, и офицеры тоже будут ощущать присутствие этих святых мучеников, которые первыми были на Руси. И также это для духовного роста, для духовного воспитания полезно. И бывают разные минуты в жизни офицера, солдата. Часовня будет всегда открыта, можно зайти помолиться. В торжественной церемонии открытия часовни приняли участие главы организаций и предприятий, спонсировавших ее строительство, а также представители администрации городского округа Щелково. Часовня была открыта не просто так, и не просто совпало открытие часовни с большим великим праздником, День веры, любви и надежды. Спасибо большое нашим офицерам, нашим командирам, то, что они не забывают прививать в том числе и веру нашим офицерам. Вера у нас одна. И как никогда их профессия сейчас приняла тот характер, который должен быть. Это защищать Родину. В учебном центре железнодорожных войск часовни в честь святых Бориса и Глеба уже побывали все военнослужащие воинской части. Они это смогут делать всегда, когда у них выпадет свободное от службы время. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.